В вопросах веры и надежды люди расходятся, но все человечество едино в милосердии, и именно милосердие является одним из основополагающих принципов организации Красного Креста. Во многом и для многих Брестская городская организация Красного Креста является своеобразным флагманом, на который нужно равняться. Вся деятельность ее направлена на оказание содействия людям, нуждающимся в поддержке, детям, пожилым людям, больным и попавшим в беду. Многочисленные акции, которые были проведены во всех уголках областного центра краснокрестовцами, запомнились и нашли свое продолжение. Например, благотворительная кампания «Соберем детей в школу», которая стартует 1 августа и завершается 15 сентября. Это традиционная акция Белорусского Красного Креста, проводится уже десятки лет. И цель этой акции – это помощь и поддержка детей из семей с низким уровнем дохода, из семей, детей из семей, которые признаны находящимся в социально опасном положении, дети с инвалидностью и вынужденных мигрантов из Украины. Сегодня идет масштабная кампания по информированию населения по проведению благотворительной акции «Соберем детей в школу». Радио, телевидение, социальные сети, привлекаются спонсоры. Сбор денежных средств уже идет. Планируем, как и в прошлом году, нам ЦУМ изготовит сертификаты подарочные на приобретение канцелярских товаров, которые они смогут, получив у нас сертификаты, смогут их отоварить в Брестском ЦУМе или в Детском мире. А также мы собираем и натуральные пожертвования, то есть канцтовары, все школьные принадлежности, и потом будут формировать наборы и вручать. В прошлом году подарки к 1 сентября получили порядка 500 ребят. Это много, но хотелось бы еще большее количество ребятишек порадовать. Они умеют быть счастливыми даже в мелочах, поддержать их, помочь, облегчить их жизнь, пусть совсем немного. Задача каждого из нас, задача общества. Когда сделаешь доброе дело, вот как-то легко, на душе прямо, и как-то радостно. И вот когда видишь эти улыбки деток, которые, допустим, из семей, которые, может, и не видели, а мы стараемся красочные какие-то тетрадки вручить, все. И когда они рассматривают, достают, это очень так радует. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.